Первый открытый республиканский турнир по кикбоксингу на призы пятикратного чемпиона мира и двукратного чемпиона всемирных игр боевых искусств Шамиля Абдулмеджидова прошел в Буйнакске. Всего 30 комплектов наград разыграли свыше 200 участников. Яркие подробности в материале нашего спортивного корреспондента Дана Шугум. Одним из триумфаторов этих соревнований весовой категории до 51 килограмма стал Шамиль Абдурашидов. Чемпион округа прошлого года одержал победу в двух поединках. И оба они для махачкалинца оказались непростыми. Мы оба старались как-то побоксировать. То есть, ближний бой, дальняя дистанция. Первым оказался и представитель города Буйнакска Саид Асадулаев. Чемпион России этого года в Анапе не оставил шансов своему сопернику по финалу в весе до 54 килограммов. Он был выше роста, мне приходилось подходить близко, начинать с корпуса, и вот попал и завершил досрочно первый раунд. Всего 30 комплектов наград разыграли свыше 200 участников. В их числе представители 12 дагестанских команд вместе с дружиной из Чеченской республики. В нашей республике достаточно сильные кикбоксеры со всей республики. Особенно команда города Буйнакска очень тщательно и хорошо подготовилась к этому турниру. И я думаю, общекомандное место на данном турнире займет первое место, займет команда города Буйнакска и Буйнакского района. На торжественном открытии турнира участников, спортсменов и множество почетных гостей приветствовали президент Федерации кикбоксинга Дагестана Магомед Магомедов и пятикратный чемпион мира Шамиль Абдулмеджидов. Я очень горд, что вот с таких, вот с такого возраста, что я его знаю, что он побил моих многих учеников. Раньше я очень сильно на него нервничал, как тренер. Потом потихонечку, это моя гордость. Когда я выступал, вы всегда были рядом. Сейчас вы всегда были рядом. Вы всегда были рядом, помогали. Мы поддерживали друга. В итоге первое общекомандное место заняли хозяева ринга представители Буйнакска. Следом расположились бойцы из Хасаюрта и Махачкалы, Грозного, Буйнакского и Дербенского районов. Дан Шугом, Вадим Шамхалов. Время новостей. Буйнакск.